станете президентом, Беларусь станет свободная? Ну, я думаю, что взаимосвязаны эти две вещи. Поэтому, да, вернемся все. Сустрэча са Святланай Ціханоўскай пачаўся трэці фестываль абуджаных тутака. Імпрэзу ва ўрочышчы Бары каля вёскі гарадок падляскага ваяводства Польшчы зладзіў фонд тутака, у які ўваходзяць прадстаўнікі беларускай меншасці і дыяспары ў Польшчы. Пайшла сустрэча з прэзідэнтам Байдэнам. Наступная кропка – гэта фестываль тутака. Мне падаецца, што ўзровень, ну, супадае, можна сказаць. І, вядома ж, для нас гэта гонар мець такую госцю. А з другого боку, мне вельмі в ўгуле спадабалася і вугле мне вельмі падабаўся падыход спадарыні Святланы, бо пра яе тут ідзе размова, што яна хацела прыехаць і проста правесці супольна час. Ездзіце з візітам у розныя краіны, там у Парыжы былі, у Нью-Йорку. Ці у вас быў вольны час, напрыклад, схадзіць у нейкую галерею, там у Лувр ці ў музей сучаснага мастацтва там у Нью-Йорку? Ведаце, мне нехта аднойчы сказаў такую фразу, што я могу попасть у те места, куда звычайно человек николи не попадет, мается на увазе там кабинеты великие, а лишь у меня нема часу сходить туда, куда попадают миллионы. І, ну, нема часу, на жаль. Цягам двух дзён можна было паслухаць канцэрты, паўдзельнічаць у шматлікіх гульнях, акцыях салідарнасці, майстар-класах і дыскусіях. Вось тут знайшоўся мой добры знаёмы, які, напэўна, хацеў бы, каб мы не толькі мінуты цішыні, але мінутай крыку узгадалі памяць яго, таксама памяць кожнай тартуры, якую мы перажылі на сабе і якую яшчэ будзем перажываць доўга. Проходит сейчас акция солидарности с политическими заключенными. У нас на столе списки всех политзаключенных на сегодняшний день. Мы на лентах пишем их имя, фамилии и какое-нибудь доброе пожелание для них. А здесь у нас будут гирлянды, которые мы потом перенесем на главную сцену. А возле главной сцены у нас уже есть такой плотик, который был когда-то аналог на площади перемен. Тоже со стужечками, с пожеланиями в цветах нашего родного красно-белого флага. Вы даете... Да, у нас списки политзаключенных. Вы можете любому политзаключенному написать имя, фамилию и пару теплых слов. Обовязково. Перед всем нам цікаво агулам просто сустрэча белорусов, которые теперь раскиданы там по всех магчымых кутках света. И тому мы хотим их запросить и запрошили мы их семьями, щабрами, просто кругами, суполками. И по этих причинах подрактовали мы шмат велізарны шмат розных майстар-класаў, розных сустрэчы, розных лекцій і дыскусій. Я постараюся сёння, ну, больш-менш коротко спачатку пра іх расказаць, да? А потым паказаць спектаклік невялічкі, батлеечны. Ну, культура гэта тое, што стварае вось нас як супольнасць. А супольнасць гэта зноў сацыяльна вось гэтыя ўсе рэчы. Таму просто мы хочам супольна глядзець, што адбываецца сёння у плыні беларускай культуры. Пара калядна! Приехалі, щоб встретиться с белорусами, потому что не хватает очень общения, не хватает белорусов. Ну и вообще провести хорошо время, потому что никуда не выезжаешь, работа, дом, дети, никуда не выезжаешь, а тут природа, хорошо, палатки, которые мы очень любим. Мы взяли машину и приехали сюда, из Испании, приехали всех поддержать, я из Украины. І мої друзі з Білорусі, багато в Іспанії білорусів, і ми підтримуємо друг друга і стараємося, щоб все було добре. Я, к сожалению, на білоруській мові ще не розмовляю, тому що я 7 років живу в Іспанії, і от недавно я почала вникати от во все, що зв'язано з Білорусією. Для мене от такий шанс побути з білорусами на природі, в місті, це просто якесь волшебство. І це допомагає таким взрослим, як я, які родились і жили довго в інших країнах, і ми не встигли вивчити язик, наприклад, або ми не знаємо нічого про наші корні, то для нас це класна можливість. И тоже, надеюсь, я выучу белорусский язык очень скоро, в такой атмосфере. Все, что в себя включает фест, это новые знакомства, отдых, солнце, положительные эмоции, музыка хорошая, качественная.
ну давай ломись, ори, дави на педаль. А то не попадешь на супермодный фестиваль, где рвут гитары. Bardzo bliska jest nam w ogóle kultura naszych sąsiadów z Białorusi i z Ukrainy. Mamy dużo znajomych, którzy też mieszkają, pracują w Warszawie. Chodzimy w Warszawie na koncerty, znamy Dzieciuki, znamy Dajda Rogu, więc to też nasze takie zespoły, które bardzo lubimy koncertowo. No i jesteśmy też tacy otwarci na to, żeby przyjaźnić się, mieszkamy blisko siebie, kulturowo jest nam blisko. To miejsce, gdzie my spotykamy się z dziesiątkami, już nawet сотнями на полной сябров. Это святочный настрой, это вельми приемные успомины и уражения. Это вельми классное место. И не глядя на то, как этот фестиваль будет называться, я уверен, что мы со своими сябрами будем тут собираться еще столько, сколько будем жить. Чуешься, пея народ, как стали песни, гнилый боль, как наближает солнце вход, кто пить рабом не хочет больше. Миллионы сердца, ритм барабана у крови, ночь про меня настанет, день Беларусь, живи, отречемся.